большая нагрузка на сайт, и, соответственно, канал не выдерживает. Поэтому мы, во-первых, сделали каждому индивидуальную ссылку, по которой он может входить в свой кабинет. On a créé un sous-domaine pour chacun de vous, que vous pouvez accéder à votre compte. Et vous получez уведомление в личном кабинете каждый, что вот ваша ссылка сохранится. Donc vous devez avoir une notification dans votre compte.